пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор флакона La Croix с металлическим спреем. Любой аромат имеет свойство выветриваться и со временем утрачивает свои ароматические свойства. Поэтому выбор тары для парфюмерных косметических продуктов – дело серьезное. Те, кто разбирается в парфюмерии, прекрасно знают, что для хранения ароматических составов необходима стеклянная тара. Это касается и духов, и туалетной воды, и ароматизированных спреев для тела, и даже эфирных масел и их смесей. Кроме этого, всегда так хочется, чтобы ароматические составы еще привлекательно выглядели. И чтобы ими удобно было пользоваться, то есть чтобы тара имела хороший распылитель, роллер для нанесения средства или дозатор капель. В ассортименте Мыло Опт вы найдете хороший выбор косметической тары для любых составов, от баночек для крема до прелестных фигурных бутылочек и флаконов под парфюмерию. Мы регулярно пополняем наши склады привлекательными и удобными в использовании флаконами, не забывая про новинки и оригинальные редкости, в которых порой нуждаются наши клиенты. Все парфюмерные флаконы размещены в интернет-каталоге магазина с указанием актуальных цен, и заказать их можно моментально, не отходя от компьютера. Мыло Опт реализует косметическую тару как в розницу от одной единицы товара для самостоятельных косметологов и парфюмеров, так и оптовыми партиями от сотни флаконов со значительной оптовой скидкой. Вот такой красивый флакон, фигурный. Вот так он открывается. Вот такой распылитель, легко нажимается. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!